Доброе утро, друзья. Утро у нас, как всегда, начинается. Правда, сегодня у нас утро началось 4:30 утра. Новый квартирант наш поднял всех. Ну, Кузьма на улицу, а я пойду. Схожу в метро. Куплю новому жильцу корма для малышей. Вчера так я не сходила, не купила ему. Ну, Кузьма на прогулку. Погода у нас хорошая. Ну, скажем так, не жарко. Но заморозков не было. Обещали нам на ночь снег. Ну, на улице +2. Так что я думаю, что для помидор для моих. Ну, вот этот идет провожать, как всегда. Да, мой красавчик. Снимаю еще на старый телефон. Ой, ну да, на старый телефон. С новым я никак разобраться не могу. Вчера сын пришел, ковырялся. Все мне сделал, но это же для нормальных людей. Здравствуйте. А не для таких, как я, которые ничего не соображают. Ну, ветер, конечно, сильный. Может, и надует нам какую-нибудь холодину. Да, без тебя никак, Кузенька, никак без тебя. Надо сходить в туалет. Сейчас схожу в метро, а потом часов в 9 поедем в Леруа. Сейчас я дойду вот сюда, до соседнего дома. Поближе подойду. Терн цветет как. А сирень у меня под окном, листья распустились. Уже даже бутоны набрала, а здесь еще даже листьев нет, хотя тоже на солнышке все время. Вон как цветет терн. На этом терне всегда много-много ягод, и никто их здесь не обрывает. Цвета полно, посмотрите, а листьев нет совсем. Вот еще видите здесь? Прошлогодние ягоды висят. То, что птицы обклевали. А так, ну, тут вон тюльпанчики у них тоже местами. Кое-где. Женщина, которая здесь занималась, какая-то вишня. Она что-то перестала заниматься двором. Да, Кузя? Какая-то другая, но крайне редко. Вот сидит страшилка наша. Сейчас приду, принесу покушать тебе. Здравствуйте. Все. Всем спасибо за внимание. С вами была Елена, Московская область. Сейчас приду, принесу тебе кушать. Сейчас.